Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Сегодня я приехал вот в такой яркий, насыщенный, скажем, водный отель. Называется он Альбатрос Аквапарк. Находится он в бухте Хадаба. Это самая безветренная бухта. Сюда приезжают в основном все в зимний период и очень довольны этим местом, потому что действительно ветра здесь нет. Отель находится не на первой линии, но это в принципе не нужно, потому что здесь куча развлечений, куча зон, локаций. Сейчас мы с вами все вместе посмотрим. Сразу скажу, до пляжа здесь возят, не переживайте, пляж хороший. Буквально 5 минут шаттл вас довезет до любой точки на пляже. И, соответственно, территория здесь подходит для хорошего, комфортного семейного отдыха. Здесь он разделен на несколько частей. Сейчас мы пройдем в одну из частей, где проходит шоу. Здесь у нас зона аквапарка, тут мы здесь проживаем. Дальше у нас с вами, друзья, есть еще отель Альбатрос Аква Блу. Он чуть дальше. Мы до него, к сожалению, не пойдем. Но в целом про него я рассказать могу все, что захотите. Также вы можете посмотреть все цены, друзья, на сайте на моем. Так как я занимаюсь продажей и оформлением туров онлайн по всей России. Можно посмотреть туры с перелетом или отдельное размещение отеля. Все это, друзья, есть. Так что давайте смотреть выпуск до конца. Я постараюсь показать про этот отель по максимуму, чтобы у вас сложилась какая-то понятная, четкая картинка. И вы сделали для себя выбор. Вот в этой части как раз, когда мы заходим, да, здесь зона ресепшн, выходим, проходимся, вот эта красивая, так скажем, такая историческая часть, такие красивые инсталляции, и вот в этой зоне проходит у нас шоу Neverland, которое автоматически включено в стоимость тура или отеля, без него никак это невозможно приобрести, отказаться нельзя, но шоу того стоит, об этом упоминают все туристы, которые и у меня ездили, которые отзывы пишут, поэтому красочное яркое шоу стоит обязательно посмотреть. Ну и дальше, соответственно, мы продвинемся в сторону номеров, посмотрим, какие здесь категории, как это все выглядит, насколько это комфортно действительно для семейного отдыха. Здесь есть как взрослая зона, соответственно, так и детские зоны. Кстати, вот у нас сегодня февраль месяц, 11 февраля, а солнышко припекает. Вчера тоже уже припекало, поэтому я считаю, что сезон уже в полную начинается. Вчера даже подгорел, не знаю, видно на видео, даже красненький. Так что за погоду можно уже не переживать. Март, апрель, все это можно двигаться. В Шарм-эль-Шейхе море уже теплое, оно, собственно, и не остывает. 24 градуса всегда есть, даже в зимний период, поэтому купаться вам будет комфортно. Когда на солнце еще вот такая жара, так что супер. Вот выйдя с этой территории, мы попадаем, скажем, вот такое большое пространство. Здесь располагаются номера. Сейчас мы пройдем, посмотрим все. И в той части, вот где эти красивые такие штуки стоят, это территория магазинов. Вот. И сейчас, соответственно, мы проходим вот здесь вот мимо аквапарка. Здесь напоминает эта территория, скажем, в таком стиле местном, где шоу проходит. Чтобы вам не потеряться, всегда есть навигация, то есть рестораны, фудкорты, мороженое, мини-гольф, кидс-клуб и так далее. Так что все, можно будет посмотреть и не потеряться. Действительно, друзья, огромная территория вот этого аквапарка. То есть это практически, не практически, а полноценный аквапарк с различными зонами, то есть для взрослых, для детей, с горками. Или просто бассейн, еще одна горка. То есть территория очень большая. И вот кто хочет провести отпуск как раз вот, соответственно, в большей части в такой развлекательной манере, да, то есть с аквапарками, всем таким, это, конечно, это место. То есть, я не знаю, здесь даже, кажется, до пляжа не доедешь, будешь только развлекаться на этих горках каждый день. Но я думаю, дня на три дети точно туда зайдут и никуда не захотят ехать в другое место. Ну все, двигаем с вами, друзья, номера. Здесь по дороге у нас, понятно, тоже сцена. Здесь проходят всевозможные шоу. Пока у нас еще утро, не все так активно. Но сейчас, в скором времени, это все уже, друзья, заработает. Цель моя, конечно, показать вам всю эту территорию. Так, вот мы подошли уже практически вплотную к размещению. Как видите, здесь тоже есть активности. Есть мини-гольф, есть бассейн. Соответственно, вот они, двухэтажные такие корпуса с номерами. Так что, если вам не захотелось куда-то далеко идти, здесь как раз такая спокойная, уютная зона для тоже детского семейного отдыха, в том числе, если нужно активного. Вы можете находиться вот здесь в номере, с балкончика наблюдать за детьми, как они, например, купаются или играют в гольф или в футбол. Вот в этой части у нас тоже есть площадка детская, уже сухая, скажем. И во внутренней части двора у нас также есть
бассейн. Ну и, соответственно, еще одно размещение с этой части. Так что все насыщенно, все, соответственно, уютно. Все сделано для семейного детского отдыха. Так, ну все, двигаемся, друзья, в номера, чтобы вам показать, как здесь все обустроено внутри. Так, ну все, друзья, заходим в семейный номер. Здесь у нас большая душевая, ванная комната, соответственно, шкафчик, телевизор. Вот эта первая часть, это большая кровать. Здесь рабочая зона. И выходим в такую за дверками, закрывающуюся вторую зону. Здесь уже можно разместить детей. Тоже здесь есть шкафчик. Я почему-то думал, две кровати. А, она вот как сделана. Видите, кровать и выдвигающаяся еще одна кровать. И, соответственно, выход на свой балкончик. Здесь вы можете вот разместиться сразу возле бассейна. Ну, вот, как и говорил, достаточно удобно, что вот в таком, с этим подобном формате, я как-то показывал видео, в Турции мы были River Resort, там тоже можно выйти сразу, и сразу бассейн. Ты можешь здесь сидеть отдыхать, а дети могут здесь купаться или играть, соответственно, вот на той детской площадке. Очень удобно и комфортно. Так, это у нас стандартный номер, тоже большая просторная ванная комната, также шкаф-купе. Здесь получается у нас просто одна большая комната с большой кинг-сайз кроватью и дополнительно еще одним полноценным спальным местом. Большие номера, хорошие. И здесь тоже также мы можем выйти с вами на свой балкон. И также даже с другой стороны у вас представлен бассейн, и вот здесь как раз поле для гольфа. То есть для тех, друзья, кто хочет действительно хороший аквапарк, тут видите, да, размах, большие горки для взрослых, да, в том числе, понятно, детей маленьких на такие горки не пустят. Здесь как раз вы порезвитесь точно. Также вот есть детская зона аквапарка, как я говорил, и взрослые. Работает аквапарк, начинает с 10 утра, да, поэтому сейчас еще рано, он еще не запущен, но он рабочий. То есть, пожалуйста, приходите. В зимний период аквапарк не подогревается, ну, я вам скажу, здесь жарко, смысла вообще никакого нет. Бассейны с подогревом на территории, конечно же, присутствуют. Вот так у нас выглядит территория корпусов. Еще раз постараюсь вас сориентировать, потому что, конечно, без дрона тяжеловато, да, территорию сразу понять. Я сам зашел, не сориентировался. То есть мы зашли оттуда, попали вот это, скажем, историческое такое место вот с такими, скажем, инсталляциями, где проходит шоу Neverland. Здесь у нас территория магазинов, здесь у нас, получается, корпуса для проживания. И с этой стороны у нас аквапарк. Мне нравится, нравится. То есть для семейного отдыха отлично подходит. Для активного, чтобы куда-то не ходить далеко за бассейнами. Потому что вчера мы, если смотрели мои видео, там было много отелей, которые с гигантскими территориями. Ты вот и ходишь, и ходишь, и ходишь, и ходишь. До пляжа дойти в одну сторону долго, еще куда-то вроде как бы и хорошо, но с другой стороны и не так круто, потому что, ну, это некомфортно, опять же, для семейного отдыха, вот я скажу свое мнение, да. Иногда, когда у тебя дети маленькие, ты говоришь, ну иди, пойди там в бассейн, да, и тебе надо собраться с ним, пойти, чтобы он там был, сидеть, то вот в этом размещении, смотрите, маленький бассейн с глубиной в 50 сантиметров, вы спокойно можете находиться и не переживать за то, как отдыхает ваш небольшой ребенок, и смотреть за ним, и находиться в то же время как бы рядом с номером. Так что это комфортная, классная история, конечно, мне она нравится. Ну и, понятно, зелень здесь есть. Конечно, не очень много навесов, да, как вы видите, да. Но, тем не менее, думаю, наверное, достаточно будет, потому что вот и шезлонги, зонтики, здесь они есть. I just wanna be with you.